Добрый день, меня зовут Влад, и этот видеоотзыв я записываю для гипнотерапевта и мастера по работе с бессознательным Надежды Арутюнян. Я обратился к Надежде на прошлой неделе с запросом, связанным с чувством вины, которое периодически у меня возникает. Я думал, что я его проработал, и оно завершилось, но как оказалось, что оно периодически проявляется. Надежда очень внимательно меня выслушала и погрузила меня вот в трансовое состояние. Транс был очень глубокий, и помогла найти мне детские сценарии, связанные с этим чувством вины. Это связано было, ну, с воспитанием, как воспитывали родители, ну вот с этими родовыми программами. И но сейчас вот этого чувства вины я больше не ощущаю. Я очень благодарен Надежде за то, что она мне помогла преодолеть это вот, ну, деструктивное фактически чувство. И то, что я могу больше не передавать это чувство дальше уже, вот, значит, ну, остальным членам семьи, которые идут после меня. Я особенно хотел подчеркнуть вот желание Надежды, которое нацелено такое на получение конечного результата для своего пациента. И такая профессиональная подготовка, очень большой, крупный, ну, такой серьезный специалист. Спасибо большое, Надежда. Я к вам буду еще обращаться уже в этом случае с другими запросами. Я вам очень благодарен за то, что вы мне помогли решить эту вот ситуацию. Спасибо вам.